Мешает реклама? Жми на крестик в верхнем правом углу. Здравствуйте, дорогие друзья! Меня зовут Раиса Зубарева. Я живу в Одессе, в таком великолепном, прекрасном городе Одесса, который находится на берегу Черного моря. И Одесса – это не город, это целая страна. Я являюсь партнером компании FFI в течение года. Ровно год назад, в начале апреля, я приняла решение сотрудничать с этой компанией. Почему я присоединилась к этой компании? Потому что со мной произошел такой интересный случай, что вначале я получила $200, а потом я разобралась, какие возможности есть в этой компании. И меня это очень привлекло, потому что на протяжении где-то лет 15 я стремилась к финансовой независимости. Я все время искала возможности зарабатывать деньги. И я не ошиблась в своем выборе, потому что компания FFI удивляет меня на протяжении года и не перестает удивлять. Привлекли меня не только деньги, не только возможности, а привлекла еще возможность помогать другим людям приобретать финансовую независимость. Потому что в моем окружении огромное количество людей, которым очень нужны деньги. И когда я начала этот бизнес, я общалась и разговаривала только со своими знакомыми. У кого-то квартира в кредите, кто-то хочет путешествовать, кто-то хочет купить автомобиль. Именно с этими людьми я и общалась. Почему еще привлекла меня эта компания? Потому что в этой компании есть потрясающая продукция. Продукция, которая, то, что меня привлекает, в первую очередь позволяет иметь чистую экологию. Это то, что моему автомобилю позволяет не загрязнять атмосферу. И если нас будет как можно больше таких людей, которые будут использовать эту продукцию, значит, наша планета станет намного чище. Ну, конечно, мне не безразлична ситуация с ростом цен на топливо. То, что каждый человек, используя эту продукцию, может экономить свои деньги, может защитить свой автомобиль от плохого качества топлива. И очень важно, что эта компания только начинает свою работу, что эта компания только начинает захватывать рынок. И те люди, которые сегодня присоединяются к компании, у них будут большие, огромные возможности. Возможность стать финансово независимой. Использую эту продукцию, я использую всю продукцию, но я вам буквально в двух словах расскажу о своем первом опыте использования MPG Boost. Когда я впервые добавила свой автомобиль MPG Boost, я уехала из Одессы в другой город за 150 километров. Это было начало апреля. Я рассматривала зеленые деревья, и когда мои глаза упали на спидометр, оказывается, я ехала со скоростью 170 километров, но я даже не почувствовала этого, потому что мотор моего автомобиля работал очень-очень тихо. Машина стала очень легкой, очень резвой. И мне это очень нравилось. Я получала кайф и удовольствие от езды. Еще первое время я все время заглядывала в выхлопную трубу своего автомобиля. И мне очень нравится, что выхлопная труба чистая, что нет никаких запахов, нет никаких выбросов в атмосферу. Сегодня у меня огромная команда. В моей команде около 20 тысяч партнеров. Эти партнеры находятся в разных странах мира. Товарооборот в феврале месяце в моей команде был $800 000. В марте миллион. То есть товарообороты растут. Каждый день в мою команду приходит около 200 человек. Мне это очень нравится, потому что есть огромное количество людей, которых я пригласила, и они зарабатывают каждый день деньги. Совершенно недавно к моей команде присоединились совершенно новая группа людей. Это люди с опытом в системе сетевого маркетинга. И их это очень поразило, что буквально в первые дни они заработали 250, один человек, второй $300, третий $150. То есть, я не знаю, но такого маркетингового плана я не видела и не знаю ни в одной компании. То есть это огромные потрясающие возможности. И это великое счастье, когда ты сам зарабатываешь в день,
тысячи и более долларов, и когда ты даешь такую возможность огромному количеству людей. Я пришла в этот бизнес с долгом 100 тысяч долларов, сегодня этого долга у меня нет. И я позволяю себе огромное количество прелестей в жизни. Я позволяю себе путешествовать, я позволяю себе купить другую, могу купить другую, я не могу, я покупаю сейчас другую квартиру, и этот бизнес позволяет мне рассчитаться за эту квартиру на протяжении 4 месяцев. Квартиру в самом прекрасном месте в Одессе, это Аркадия, это берег моря, и все эти возможности я получила в этой компании всего за 1 год. Вы знаете, я безмерно благодарна людям, которые создали эту компанию. Я безмерно благодарна этой компании за такие вот возможности. Я об этом давно мечтала, и все мечты в этой компании сбываются и осуществляются. Что происходит сегодня в моей группе или в группе, которая находится в Одессе? Сегодня мы готовимся к потрясающему событию 15 и 16 мая. В нашем городе будет наш спонсор Джейсон Караманис, который приедет к нам с Лос-Анджелеса. Это дистрибьютор номер один или партнер номер один компании FFI. Это человек, у которого есть чему учиться, потому что Джейсон Караманис – это мультимиллионер, это потрясающий человек. Я с ним познакомилась совершенно недавно, очень близко. Я побывала у него целую неделю в гостях, и я научилась очень многому у этого человека. Но самое главное, я научилась у него отношениям. В нашем городе проводятся постоянные презентации, обучение. Группы людей приходят в этот офис, вот в котором я сейчас нахожусь. Это офис, который я сняла одновременно с заключением договора с компанией FFI. То есть в один день я сняла этот офис, я арендовала этот офис, и в этот же день я начала свою деятельность в компании FFI. Поэтому все, что происходит, это происходит в этом офисе. И обучение, и презентации, и поздравления друг друга, и все-все происходит в этом офисе. Что бы я сказала, хотела бы сказать партнерам компании FFI. Я бы хотела сказать, чтобы вы в первую очередь были преданными этой компании, чтобы вы, приходя сюда, ставили цели и шли к этим целям, и каждый день трудились, потому что я сегодня точно знаю, чтобы прийти к финансовой независимости, чтобы прийти к своим целям, то нужно быть уверенным на 100%, что вы даже не уверенным, а нужно каждый день работать, каждый день трудиться, каждый день двигаться и идти к своей цели. Какие у меня цели на 2012 год? Моя задача вырастить как минимум 2 партнеров в квалификации «Бриллиант», потому что я хочу получить, иметь квалификацию «Двойной бриллиант», потому что в этой компании есть возможность не только зарабатывать деньги, а есть возможность карьерного роста. А карьерный рост – это тоже серьезные большие деньги. То есть моя цель – вырастить 2 бриллиантов. Моя цель – за этот год привести как минимум 10-15 человек к доходам в месяц не менее 20 тысяч долларов. Что я думаю о будущем компании FFI? Я думаю, что и компания FFI, и наших партнеров, партнеров компании FFI ждет прекрасное будущее, потому что с каждым днем мы развиваемся все больше и больше, мы растем, наши товарообороты растут, наши чеки, наши доходы растут, мы много путешествуем, и нам всем есть куда стремиться, потому что каждому из нас хочется иметь другую жизнь, хочется изменить свою жизнь. Кто меня сейчас смотрит и слышит меня, я хочу пожелать, чтобы вы приняли правильное решение в пользу компании FFI,
вернее, в свою пользу, потому что именно в этом бизнесе есть такие возможности. Поверьте мне, потому что я человек с 10-летним опытом в системе сетевого маркетинга, и другой такой возможности я не знаю. Поэтому присоединяйтесь, будьте с нами, идите к своим целям, идите к финансовой независимости. Я всем желаю удачи. Спасибо, до встречи.